Смотри, Джесси. Как будто я золото не отличу. А что ты на это скажешь, балбес? Ей понравится. Руки вверх. Отойди оттуда. Я сказала, отойди! Ты совершаешь ошибку. Не оборачивайся! Лев, следи за ним. Лечь на землю. В глаза мне боишься посмотреть? Сборище мразей. Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю. Нет, не надо, Элли. Беги отсюда. Вставай, живо. Твою мать, не вздумай. Заткнись, нахрен. Ладно, нет, нет. Брось оружие. Бросай оружие! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Стой! Отпусти! Твою мать, Томми! Только не Томми еще вдобавок! Не да даю какого... покинуть здание. Какого хрена я играю за Эбби? Я не хочу играть за нее! Элли, убей ее! Стреляй! Куда ты бежишь? Да попади же! Боже мой, Элли! Чему я тебя учил? Чему учил тебя Джоэл? Пристрели ее! Да почему? Ах ты, сука! Нет! Только посмейте! Только, сука, посмейте! Я знаю этот геймплей. Отлично, так ее. Еще. Давай, Элли, еще. Еще. Больше. Еще. Молодчина. Это была альтернативная концовка. Ладно, но теперь придется пройти этот момент, ибо иначе здесь, к сожалению, никак. Я сам не особо этому рад, как вы уже, наверное, и догадались. Но я вынужден. Как переводится яра-яра дозе, ну типа, да ну и ну. Ну и ну. Ох ты ж. Ох ты ж, ёж ты ж. Джесси. Она убила. Я золото не отличу. А нет. А что ты на это скажешь, балбес? Ей понравится. Руки вверх. Отойди оттуда. Я сказала, отойди! Это Томми или кто? Томми, да? Ты совершаешь ошибку. Не оборачивайся. Лев, следи за ним. Лечь на землю. В глаза мне боишься посмотреть? Борис, перестань. Сборище мразей. Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю. Нет, не надо, Элли. Беги отсюда! Вставай! Живо! Твою мать, не вздумай! Заткнись, нахрен! Ладно, нет, нет! Брось оружие! Бросай оружие! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я! Отпусти его.
Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Стой! Пусти ее! Стой! Быстрее! Будь здесь. Не дай ей покинуть здание. А, срань! Куда ты бежишь? Да, я, может, ну... Здоровский социальный эксперимент, Дракман. Жадор. Вкус говна, так приятен. Ах ты, сука! А чё, я не могу просто умереть? Попала! Наконец-то, Элли, бесконечные патроны. Ну и всё, конец игры. Элли, не туда! Элли, я за спиной! Видите, у нас Элли теперь злодей, да? Три, Джесси. Как будто я золото не отличу. Че, пизда? А что ты на это скажешь, балбес? Ей понравится. Руки вверх. Отойди оттуда. Я сказала, отойди! Совершаешь ошибку. Не оборачивайся. Ев, следи за ним. Лечь на землю. В глаза мне боишься посмотреть? Сборище мрази. Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю. Нет, не надо, Элли. Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись, нахрен! Ладно, нет, нет! Брось оружие! Бросай оружие! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я! Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Стой! Отпусти ее! Стой! Быстрее. Пиздец. Бля, они серьезно? То есть... Подожди, а можно вернуться, проверить? Он точно умер? Что за хуйня? Куда ты бежишь? Блядь. Я хуею с этой игры. Просто бац, и нет Томми. Вот так вот просто, да? То есть... Это второй главный персонаж, как бы, да, брат Джоэла. А нахуй он нужен? Бам, блядь. Все, как собаку застрелили. Тупо Игра престолов, ребят. О, я хуйня какая-то. Ах ты, сука! Окей, у нас два варианта концовки. Они подружатся, или убьют, или они оба сдохнут. Давай, стреляй. Стреляй. Ебани меня. Пиздец, она по мышцам, что ли, блядь, мне попадает, и я как броня, нахуй, отбиваю пули своими мышцами. Чё за пиздец?
Интересно, если я в сложности сделаю так, что типа враги будут максимально тупыми, Элли тоже отупеет, да? Очень реалистично. Попала! Ай, а в жопу-то зачем? У меня там тоже мышцы. А что делать? Все, конец игры. Давайте на этом мы, блядь, закончим. Все, все, the end. Тут титры идут. Все. Ладно, ладно, ладно. Придется увидеть концовку. А, да? А, надо что-то другое делать. Три, Джесси. Томми. Как будто я золото не отличу. А что ты на это скажешь, балбес? Ей понравится. Руки вверх. Отойди оттуда. Я сказала, отойди! Неприятная встреча. Ты совершаешь ошибку. Не оборачивайся. Лев, следи за ним. Лечь на землю. В глаза мне боишься посмотреть? Сборище мразей. Джесси. Встать! Подними руки, или я и этого пристрелю. Нет, не надо, Элли. Беги отсюда. Вставай! Живо! Твою мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Ладно. Нет! Нет! Брось оружие! Бросай оружие! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я! Отпусти его! Красивая девушка, большая душа, с днем рождения. Желаю тебе мои счастья, друзья мертвы. Любви, хороших игр и интересных прохождений. Мы сохранили вам жизнь! А вы что сделали? Стой! Пусти ее! Стой! Быстрее! Будь здесь. Не дай ей покинуть здание. Господи, господи! Я все-таки ее ненавижу. Я не могу заставить себя, чтобы она мне нравилась. Она убивает всех моих любимых персонажей. А, срань! Куда ты бежишь? Можно просто выйти, чтобы ее застрелили, и как бы конец игры, нет? Пожалуйста, ну как бы меня это устроит. Как бы все, Элли отомстила. Можно так, нет? Мне надо теперь за эту прятаться? О боже мой, еще я и за эту играю. Ну и где ты? Я также помню, играла за Элли, когда на нее маньяк вонючий нападал. Ну, когда маньяк, насильник, людоед нападал на нее.